Друзья, всем привет. Меня зовут Владимир Полупанов. Это «Ломовка Лайф». Всем привет. Я Илья Легостаев, музыкальный обозреватель МК. И сегодня у нас в гостях невероятно разносторонние певицы, которые хорошо знают и любители романсов, и любители эстрады, и любители джаза. Заслуженная артистка России Нина Шацкая. Здравствуйте. Добрый... Здравствуйте. Здравствуйте. Нина, скажите сразу, что у вас происходит в творческом плане? То есть я посмотрел последний альбом «Колдунья», вышел в 2009 году. Последний, после этого еще были. Еще были? Ну, Википедия почему-то... Надо переписать. Переписать. Да, потому что после этого были очень интересные альбомы. «Романсы в лаунже», их было два. И был очень интересный проект, посвященный творчеству Марины Ивановны Цветаевой. Дмитрий Селипанов написал музыку, очень, очень интересно. Я очень люблю, записанный на Мосфильме с оркестром кинематографии. Называется он «Я искала тебя». И это музыка к спектаклю, где Ольга Кабо читает дневники Ариадны Эфрон, а я, соответственно, отвечаю за образ, за голос Марины Ивановны. Угу. Почему все-таки романсы? Преимущественно. Ну, потому что есть смысл. Вот для меня очень важно, чтобы... Для меня важна история. Я когда пою, мне важно рассказать какую-то историю и представить ее. Я отчетливо всегда вижу, о чем я пою. И, видимо, вот могу передать это свое состояние в зал, и люди видят свои истории. Ну, вообще, наверное, романс, несмотря на то, что это песенная форма, довольно такая привычная, это вообще не поп-музыка и даже не эстрада. К сожалению. Вот, это все-таки... Нет, когда-то, конечно, это было поп-музыкой, и, наверное, в начале прошлого века молодежь это считала поп-музыкой, они собирались в гостях друг у друга и посвящали вот такие маленькие зарисовки лирические своим возлюбленным. Ну, просто язык с тех пор очень сильно изменился. Вот, и, вот, и поэтому, конечно же, у этого жанра очень долгая история. И в России, и в Советском Союзе, и снова в России. Но мне всегда казалось, что он существовал, ну, как бы чуть-чуть на таком полуандеграундном уровне, что ли. Если, конечно, можно, такое слово можно употребить. У него волнообразная судьба. Потому что был период, когда он был бесконечно популярен. Потом его объявили жанром, разлагающим пролетариат и крестьянство. Декаданским. В буржуазности объявили, и он преследовался. И авторы отменялись. Отменялись авторы, писали под псевдонимами. И у меня есть одна из программ, я называю ее «Рыцари романса», двух, на мой взгляд, лучших композиторов русского романса. Это Борис Фомин и Борис Прозоровский. Прекрасные у них, очень красивые вещи. Но вот Фомин написал «Дорога длинная», «Только раз бывает в жизни встреча», романсы, которые так или иначе даже не любители слышали. И вот Изабелла Юрьева, исполнительница номер один того времени, есть бумажечка, где репертуарная комиссия разрешает исполнять, перечисляются там 3 или 4 романса, только Изабеллы Юрьевой, и вот только эти романсы. Поэтому был такой период, потом наступил ренессанс, расцвет романса, и в 90-е вернулась и Алла Баянова, и Изабелла Юрьева. Да. А сейчас романс опять вполне в милость. Это так странно. Вот есть такая Галина Сергеевна Преображенская. Она очень много лет, уже лет, наверное, больше 20, я думаю, уже лет 30. Она проводит конкурс «Романсиада». Сейчас он уже стал международным конкурсом. Выросло очень много. Басков был одним из лауреатов, юношей этого конкурса. Она добилась того, что в Кремле ежегодно проводится большой гала-концерт, приезжают иностранцы. В этом году конкурс победил китаец. Вот. И... Русский романс пел? Да, русский романс. И на этом дальше очень сложно, потому что только филармонические площадки предоставляются. Ну, в Москве очень сложно. Вот центральные площадки не любят этот жанр.
Они предпочитают, ну, я не знаю, даже джаз-романсу. Хотя я тоже очень люблю джаз, но мне кажется, что романс в нынешней ситуации более актуальный. Вы же начинали, по-моему, в коллективе своего папы. Да, я очень люблю джаз. У меня есть англоязычная джазовая программа, и я вообще адаптирую, смешиваю. Но для меня очень важно слово. Вот, для меня важно, о чем я пою, и нюансы, и детали. Очень важно. Ну, вообще, ваша репертуарная такая политика, она похожа на такую очень эклектичную, яркую картину. Угу. Вы упомянули про совместный спектакль с Ольгой Кабо. У нас их три. Вот. Есть совместный спектакль с Олегом Сейтвиндой. С, да? Григорием. С Григорием, да, Гриш Сейтвинда. Я очень люблю этот проект. Это музыка Астора Пьяццоллы. Для меня баллада перевел Игорь Писарский на русский язык. Это совершенно фантастическое. Вы были у меня, да. Илья. Да. А где, в каком театре это? Это не театр, это концертные площадки. Мы гастролируем не часто, потому что, ну, не дешевая история музыкантов, там квинтет или оркестр симфонический. Сейчас меня Казань пригласила. Я буду с оркестром русских народных инструментов петь. Когда? Программу. Это осень следующего. Осень. Уже, а получается, в Москве где можно? В Москве пока вот нет даты. Очень сложно, потому что я сама себе директор, пиарщик. И у меня не хватает сил Москву поднять. Это очень тяжело. Собрать людей, это реклама в Москве, это просто... неподъемная история. Вот, есть еще одна программа, посвященная Зыкиной, где тоже конферанс сочетается с музыкой, в том числе и с песнями репертуара. То есть всего очень много. Вот у меня такое ощущение, что вы обожаете приключения всякие музыкальные, потому что это не похожие друг на друга. Такие, скажем, проекты. Я очень люблю, да. Ну и вот хочется уже что-нибудь новенькое, но пока не понимаю еще, в каком направлении двигаться. Есть программа, очень люблю программу советских песен, очень люблю. Там столько, такая кладезь, можно бесконечно искать. А что за произведения, каких композиторов? Вот советских. Ну, конечно, Бабаджанян, Палс, конечно же, мой любимый Журбин, здравствующий до сих пор, Марк Минков, много. А начинаешь туда дальше, там еще очень много. В какой-то момент, вот я не знаю, Илья, было у тебя такое или нет, вот 80-е годы, например, когда вот появился русский рок, казалось, что это вот прям это какое-то свежее дыхание, потому что на фоне вот этой филармонической какой-то эстрады, такой зашоренной, да, это казалось каким-то глотком свежего воздуха. И вот советские песни советских композиторов, они отошли как-то на второй план. И сегодня мы начинаем понимать, что это просто такой кладезь, да, то есть это такое наследие. Существовало же то, о чем сейчас все говорят с укором. Существовали худсоветы. И я помню свои первые шаги, когда я принесла первые записи на радио. И мне их вернули, потому что я в каком-то слове невнятно сделала ударение. Но сейчас это вообще никто за этим не смотрит. И язык ломается. Уже считается, что это как бы, ну, вот такая современный язык. Ну, а тогда важно, надо было пройти худсовет, чтобы стихи были стихами, а не текстом, да, вот. Текст и стихи — это были полноценные стихи, и чтобы музыка была не нотами, а музыкой, и любую песню советскую можно слушать без текста, как инструментальное произведение. А сейчас это очень сложно. Это безусловно. Все эти худсоветы были таким достаточно надежным фильтром. Вот с другой стороны, они, мне кажется, ужасно ограничивали все. Потому что, допустим, музыка, в которой было чуть побольше ритма, такого прозападного толка, она отметалась моментально. То есть, считалось, не знаю, что... я вот на эту тему разговаривал с Шабровым недавно, поэт-песенник, который написал это «Автомобили», и самый известный — это «Лаванда». Он был секретарем вот этого самого худсовета при «Мелодии» в фильме «Грамзаписи». И он говорит, не так уж сильно и там что-то рубили. То есть не было такого, что прям вот... Нет, там что-то могли попросить там изменить, текст какой-то, еще что-то, но в целом не было задачи как бы просто отсекать талантливых людей. Поэтому мне кажется, что это немножко надуманная история. Я, честно говоря, слушаю аранжировки тех времен наших самых звездных исполнителей и понимаю, что они были потрясающие. То есть они писались грамотными музыкантами. Сейчас, ну, по-разному.
Все по-разному. Сейчас по-разному, да. Бывает, что кто-то просто угадывает, что из интернета набираются какие-то блочки, составляются вместе, и бац, попало. Мне не хочется попасть в немилость к молодежи и вообще выглядеть такой завистливой злобной старушенцей, но для меня, например, очень обидно, что для огромного поколения 90-х «Ласковый май» стал поколенческой музыкой. Для кого-то был «Битлз», я не знаю, даже в России, «Абба», «Бабаджанян». И «Ласковый май» для меня это неправильно, потому что все равно база должна быть более богатая музыкально. То есть вы считаете, что вот песня «Ласкового мая» это все-таки... Ну как? Ну, как бы это все-таки... Ну, ниже плинтуса. Я бы так не сказала. Но просто был сначала, условно говоря, «Кобзон», и потом раз — и «Ласковый май». И вот этой серединки какой-то не осталось. И вот... Ну, я полагаю, что просто был, конечно, некий запрос во времени на ребят с нашего двора. Потому что раньше на эстраде ребят с нашего двора не было. Вот они, конечно, могли и родиться рядом во дворе, но по степени своей музыкальной подготовности это были очень профессиональные, серьезные люди. Потом не, а было, здесь... не было подростковой музыки вот, не было. Для подростков. Но да. Она ведь не стала подростковой, она стала... Подростки быстро выросли, и она стала музыкой взрослых. Вот ведь в чем проблема, на мой взгляд. Беда. И сегодня люди... Вот сейчас скажу, в чем проблема. Не в том, что «Ласковый май» плохой, а люди, для которых база музыка «Ласкового мая», им прийти в академическую музыку, услышать ее, да, богатство симфонической музыки. Ну, все равно надо развиваться. Я не знаю, может быть, кому-то не надо развиваться, но мне кажется, что человек должен развиваться. И для того, чтобы понять уже сложные жанры, вот базы «Ласкового мая» маловато. А что тогда можно было услышать? Ничего или не было? Ну, скажем так, не всем повезло с коллекцией домашних пластинок. Да. У вас-то в этом плане все было в порядке. У меня были. У отца была уникальная коллекция, и мы слушали... Джаз преимущественно. «Земля, ветер, огонь», «Том Джонс», «Битлз», «Уинкс», когда «Битлз» распались. Ну, классика, «Чикаго», и все это... дома слушалась. И у вас хороший музыкальный вкус. В общем. Это вкус моего отца. Я просто выросла на той музыке, которую слушал он. И он, у него был оркестр на базе ДК заводского. И они вынуждены... В Рыбинске, да? Да. И они должны были играть все, что игралось в советский период. Меня часто задают вопрос, как так получилось, что у меня такая эклектичная программа моя, да, что вот артист должен двигаться в одном направлении. Но это влияние отца, потому что они должны были на всех торжественных мероприятиях играть советскую песню, вплоть до частушек, они сочиняли сами, очень, ну, как музыканты, они русские песни исполняли. Из-за того, что они это делали качественно, то закрывали глаза на то, что они играют джаз очень качественно. И затем уже... В 83-м году на «Мелодии» они записали оркестр «Папин» пластинку, которая превзошла все ожидания. И блестящая была за три смены. Диск-гигант. Оркестр назывался «Радуга». «Радуга», да. И он считал, что можно в любом жанре себя проявлять, главное, чтобы делать это правильно и качественно. Ну, по поводу качества, я представляю, конечно, дирижеры, они все перфекционисты. Да, вот, да, особенно. Это правда. Вам, наверное, досталось, когда вы делали первые шаги в музыке. Очень, очень. Это не то слово. Он требовал, чтобы я была лучшая из всех. У него было порядка 10 солистов. И папа считал, что вот... Я помню, я только что недавно вернулась из Африки, из Западной. Я была в Сенегале. Господи, все время забываю я эту страну. Там у них анклав. И Гвинея-Бисау. Вот Гвинея-Бисау — это была колония Португалии. И рядом острова Зеленого мыса. Это моя мечта. И я о них впервые услышала, когда... Кабо-Верде, да? Да, Кабо-Верде. Когда Папин оркестр в 83-м году в составе делегации ЦК Комсомола, это была первая делегация Советского Союза, которая отправилась на острова Зеленого мыса.
Я, конечно... Зари Эвор, да? Тут, да, 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 да. И отец приехал вообще просто в каком-то экстатическом восторге. Очень много черно-белых фотографий привезли. Вот тогда я, наверное, впервые увидела эти лица. И он мне говорил, я никогда не видел таких красивых лиц. Они необыкновенные пропорции, они улыбаются. И музыка. Вот он был поражен этой музыкой. И когда он готовил программу к этому фестивалю, у меня был шанс поехать. Я заканчивала, по-моему, 10 класс. Я договорилась с учителями, что меня отпустят на какое-то время. Но очень ограничивали количество людей в делегации. И мне папа сказал, ты будешь ездить только, когда будешь петь лучше всех моих солистов, только так. И вот это был его подход. Или лучше, или не позорь меня. А в Африке вы когда последний раз побывали? В январе. А, в январе? В январе, да. На охоту ездили с Павлом Николаевичем? Нет, я не охочусь. У меня фотоохота. И я, конечно... Ну, расскажите про свои впечатления вообще. Что вы увидели? Нам не хватит времени. Ну, тем не менее, хотя бы... Дело в том, что... Я во многих странах Африки была. И когда я начинала ездить, мои друзья... не могли понять моего увлечения Африкой. Вот Юра Грымов, режиссер, не мог понять, пока я его не вдохновила поехать в Намибию. И он, конечно, вернулся как ребенок и вспоминает до сих пор, уже много лет прошло. Но, к счастью, сейчас Африка — это глобальный юг, и это наши друзья, и многие мои знакомые стали ездить в Африку, приезжают восторженные, ну, в разные страны, конечно, если мы говорим о Намибии, ЮАР, это такой комфортный туризм. Я люблю приключения, действительно. Ну, и какие приключения у вас были? Ну, вот как мы добирались в Центральноафриканской Республике, мы заехали ненадолго посмотреть горилл в заповеднике, и надо было обратно возвращаться в Камерун. А там такие пограничники, маленькая-маленькая такая заставка, избушечка, и граница через реку идет. И мы переплыли, нам камерунцы говорят, вы там аккуратнее, потому что вот на прошлой неделе как-то так не понравилась лодка, ее обстреляли со стороны ЦАР. Да, ну, мы приехали, познакомились с пограничником, и говорим, мы через три дня обратно. Он на нас смотрит и говорит, ну, алкоголя нет, нет алкоголя, ну что делать, не взяли с собой. Он говорит, он такой злой, ну тогда вот, чтобы вы с 8 до 9 утра, вот вам час, вы должны быть, такой, как в маленьком цветочке, да, вот тебе там через 3 дня должен вернуться. Мы поездили, посмотрели, сходили на охоту с пигмеями, я дважды была на охоте с пигмеями. Один раз это было Конго, бывший Заир. Похоже очень охотно. Это племя пигмеев. Это люди где-то 1.30 м ростом. Я немножко отключаюсь, но перескакиваю. Хочу уже про охоту сейчас закончу, чтобы уже рассказать, что такое. Да-да-да. И они охотятся на таких же маленьких косулек. Они называются дик-дики. Вот такие они. Ставятся сетки, люди загоняют. Для них это большой праздник, они поют песни. Они понимают, что белые люди заплатят за охоту, и для них это тоже радость. И когда приезжаешь в племя, то предупреждают, что не надо деньгами расплачиваться, что надо платить продуктами. Ну, чтобы... Алкоголем. Не алкоголем. И деньги поэтому не надо платить, чтобы не спаивать. Потому что лучше привозить то, что требуется в хозяйстве. Масло растительное, крупы, чай. И это приветствуется. И поймали эту косулю. Она кричала человеческим голосом. Я не забуду это никогда. Вот я дважды была. Второй раз я уже прямо ушла. И все равно эта косуля кричит, как ребенок. Ее разрезают, вот гостям дают еще теплые внутренности, но это ужасно. Поэтому вот, значит, я обычно хожу только на часть, когда пигмеи рассказывают о том, как они испокон веков лечатся травами, вот эти обычаи, это очень интересно. И вот мы так провели 3 дня, посмотрели на горилок и поехали обратно. И на пути машина, наш джип ломается. Я с 2 молодыми людьми была, такими крепкими. И я давно знала этих своих товарищей по путешествиям. И условия такие были, что вот каждый за себя, что
чтобы я не лезла на рожон, потому что заступаться за меня никто не будет. Но, слава богу, окружающие не знали этой договоренности, и я чувствовала себя в безопасности. Ну, и вот ломается машина где-то 9 километров до этой заставы. Что делать? Они а вам определенное время нужно попасть? С 8 до 9 да. дал этот вот нам пограничник время. И мы стоим, не знаем, что делать, и вдруг, откуда ни возьмись, появляется на мопеде банту, есть племя банту. Вот они очень с пигмеями похожи, они такие же небольшие, но банту оседлые, а пигмеи, кочевники, они вот так за животными перемещаются, в шалашках живут. А банты, вот банту такие вот. И он едет, этот банту, на мопеде, такой велосипед. А только что прошли дожди, по всей вот этой песчаной дороге огромные лужи. И он шпарит. Мы бы, вот как я представляю, что надо объехать по обочине. Но они ездят не так, они ездят по центру прямо. И вот он летит по этому центру, брызги в разные стороны. И наш гид говорит, что вот такая ситуация, надо проштамповать паспорта. И эти парни сажают меня на этот мопед. За мной сажают гида, который переводчик на язык. На этот мопед громождают мой чемодан на всякий случай. Дают мне 3 паспорта и отправляют меня. И я думаю, ну нагло это. Почему? Меня было не оставить с кем-нибудь, кому-то поехать. Нет. Ну и вот только я доехала, отметили мы наши все эти, сделали бирочки, и они подъезжают, починили. Этот джип приехали. Ну, такие разные приключения. Вообще... У вас же все эти приключения изложены еще и в книгах, где фотографии, да, в двух, где все это. Угу. Вот лично у меня, конечно, вы совсем вот не ассоциируетесь с этими джунглями и степями. Ни у кого не ассоциируюсь. Но на самом деле я, когда путешествую, я, конечно, не так наряжена, но я всегда стараюсь, когда приезжаю, пойти на рынок. Вот в Сенегале я сейчас полностью была экипирована в эту африканскую одежду. Я научилась накручивать эти головные уборы прекрасные. И очень мне понравился Сенегал, Гамбия. Сенегал, Гамбия и Гвинея-Бисау. И все три страны, несмотря на то, что они близенько друг к другу, они были колониями разных стран. Сенегал, Франции, Гамбия, Англия, Великобритания. Да, они разные. Очень интересно, угу. Какое влияние. Вот Сенегал, я была на островке, на таком небольшом город Сент-Луис. Вот угу. У меня есть любимая джазовая тема, Сент-Луис блюз, американская. А это вот такой городочек, где абсолютно французская атмосфера. И пока Сенегал не освободился от этого рабства и зависимости от Франции, все равно остался вот такой дух. В Англии англичане такой очень сухой сделали Гамбию, а португальцы, Гвинея-Бисау вся зажигает, они очень комфортные, легкие. Ну, вообще, я езжу в Африку лет 20, и я вижу, как она развивается, насколько... То есть изменения... Очень сильные. Да? Очень, видны. Да. Вот с приходом интернета девочки уже не хотят танцевать голышом. Они хотят образовываться. Голышом танцевать? Ну, а как? С голой грудью, конечно, они там все в юбочках и с голой грудью ходят в племенах. Вот моя первая поездка в Намибию была... Ну, лет 20 назад, да. Mm-hmm. И там в племенах, конечно, у меня море фотографий женщины с детьми, кормят и ходят, только вот низ прикрыт. Мужчины, надеюсь, одеты? Нет, мужчины, они одеты, но в Эфиопии было племя Хамер, у них культ красоты мужского тела. Работают старики и дети, но из них преимущественно женщины работают. Мужчины занимаются... Они наводят красоту. С собой. У них очень красивые тела. Они наряжаются и почивают в ожидании войны. Они воины, которые ждут, когда надо будет защищать свое племя. Хочу в эту страну. Могут скот. Тоже скот гоняют дети. Дети и старики. И вот мы попали на очень интересный
обряд, когда мальчик переходит в статус мужчины, инициация. Значит, сначала они все курят, все племя собирается. Мы случайно, к счастью, вот получилось, мы на одном из рынков узнали, что вот в какой-то деревне такая ситуация, мы приехали. А курят что-то запрещенное? Курят что-то запрещенное? Ну, они какие-то свои травки, конечно, курят. Угу. И вот они набирают градус какой-то, женщина отдельно, мужчина отдельно, мальчик этот обнажается. И какие-то ему дают советы, накачивают его. Потом ему дают огромный кнут. И он гоняет женщин своего племени, он стягает его. И они подставляют свои спины. У них на спинах жуткие шрамы. И, конечно, в этих племенах многоженство. И вот это такая, как кровное родство всех связывает. И мужчина, этот мальчик показывает, что он уже может управлять. А мальчику сколько лет? 14-15. Ага. Вот. И затем ставят, сейчас уже не помню, количество быков, 7 или 8, их держат за язык, за хвост мужчины, и он должен разбежаться, голый, вскочить на этих быков и пробежать 4 раза голышом по их спинам. Если он падает, то он не проходит этот экзамен, но он переносится еще на год, и в течение этого года его все там над ним потрунивают, что он мужчиной не стал. Неудачник. Ну, в принципе, это редко бывает, потому что им больше делать-то нечего, когда они мальчишки пасут скот. Вот. И к чему я это говорю? Когда мы возвращались обратно, мы подошли к такой небольшой речке, и в нее стекал водопад. И там стояли обнаженные совершенно мужчины с необыкновенной красоты телами, совершенно обнаженные. И вообще не прикрываясь, не смущаясь, они натирали себя чем-то, вот как женщины в спа. И так они позволили себя фотографировать. У меня есть эти фотографии. Ну, их, конечно, никуда не разместишь, но полюбоваться есть. Но шок этого у вас не вызвало вообще? Нет, конечно. Нет? Но это, вот, чем прекрасно путешествие? Раздвигаются рамки, ты начинаешь понимать мир другим, иначе. Я иногда вот читаю соцсети и думаю, ну почему же люди так зашорены, почему они не могут понять? Рядом человек, он вырос в другой, у него другой угол зрения, он вырос в другой реальности, у него другая система координат. Вот путешествия позволяют абсолютно смотреть, созерцать, делать выводы, но не вступать в конфликт, и это очень важно. И я, честно говоря, для меня путешествие — это перемещение не только в пространстве, но вот я стараюсь выбирать маршруты, где путешествие — перемещение во времени. Я выбираю страны, даже цивилизованные, но там, где вот цивилизация еще не убила натуральной страны. Ну, то есть это в основном Африка, то есть в Европе, наверное, нет таких мест? На самом деле, даже в Японии, вот я, когда ехала в Японию, вот туда я ехала увидеть прогресс человеческой цивилизации. Для меня было невероятным потрясением, что Япония одна из самых традиционных, закрытых, ортодоксальных стран. Все, что связано с синтоизмом, ну это невероятно. Эти деревни в горах до сих пор. Это мурашки. Вот я ездила в Монголию искать Шамбалу и просветление. Для меня было потрясением, что вот такое соприкосновение с чем-то космическим вдруг меня накрыло в горах Японии, где, ну, в общем-то, где совершенно цивилизованная страна, она в одном из монастырей при подходе к нему, такая песчаная дорога, май, горы, и еще вот этот песок, он пропитан снегом, по обочинам снег, и такая желтая дорога, и такие тропинки, по которым трудно идти по бокам. И я так на эту дорогу вышла, иду, и ко мне подходит гид, и тихонечко так говорит: здесь нельзя ходить по этой дороге, это дорога для духов. Я вдруг поняла, а по бокам огромные деревья, многовековые. А дорожки есть такие, но тропинки. Там, это нельзя назвать тротуаром, да, это тропинки. И вот я вот он так это сказал, что я поняла, что это да. И там синтоизм — это же язычество, и у каждого предмета есть душа. Они камень кладут так, как он лежал. Нельзя перевернуть камень головой вниз. И вот. Вот, научаешься относиться с уважением к любой традиции,
к любой религии. Потому что, как у нас же есть в русском языке поговорка, что в чужой монастырь ты со своим уставом не можешь войти. Это очень интересно. Потом я была в Афганистане, но не в самом вот этом теле страны. Тоже очень много стереотипов. И сейчас, вот кажется, нам говорят, что в Афганистане сейчас вообще жутко-жутко. Да, талибы и все такое прочее. А мои друзья, фанатики путешествий, есть. Считается, что в России человек 300 таких постоянно путешествующих по экстремальным. Ну, это люди, которые в какую-то группу уже есть несколько агентств, угу. которые организовывают. Только Михаил Кожухов, вот я знаю. Нет, это не то? Это не то. Это не то, нет. Они ездят все-таки гламурно. А я говорю о ситуациях, когда... Ну, это такие полуопасные какие-то ситуации. Ну, вот Афганистан, оказалось, нет. Есть такое место, Ваханский коридор. Он длиной 300 километров, где-то от 15 до 30 шириной. И вот если представить, это овал такой Афганистан, и когда еще в 19 веке две мощные империи, Российская и Великобритания, делили территории, вот этот хвостик, чтобы не создавать прецеденты и по-умному, да, не разделять себя границами, чтобы не претендовать потом, вот этот хвостик отдали Афганистану, чтобы не было вот, спорных территорий. И это очень интересное место. Живут там памирцы. Это такая национальность, памирцы. И они исповедуют не традиционный такой радикальный ислам. У них намного мягче религия. Она называется исмаилизм. И женщины могут ходить с открытыми лицами. И даже если не покрыта голова, это не преступление. И это было одно из самых интересных моих путешествий, невероятное. И я даже там взяла камеру, мои спутники устали в обед. И у нас очень короткий был промежуток, отведен на это путешествие. И я поняла, что никто идти уже никуда не хочет. Я прям сама пошла по этим аулам, по домам, заходила в гости, снимала. Не страшно было? Не знаю. Вот я... Там, наверное, интуиция, я не знаю. Я потом, я когда вышла замуж... За Павла Николаевича Гусева. За Павла Николаевича Гусева. Главного редактора МК. Начальника Лигостана, между прочим. У меня через две недели было запланировано путешествие в Пакистан. Ну вот, я же не знала, что у меня будет свадьба. Это в 19-м году, да, было? Да. И муж мой категорически был против, но я так хотела. Для меня, мне было очень интересно увидеть несколько... ситуация в Пакистане. Одна из них — это сдача границы между Пакистаном и Индией. Это очень интересный ритуал. Я очень хотела увидеть племя калашей, язычников, на границе с Афганистаном. Но... Калаши? Да. Как наш автомат? Не имели отношения. Ну вот, и когда к вопросу, почему я вспомнила, и когда мне муж говорил: ты сошла с ума, ты оттуда не вернешься. Я говорила: нет, я интуитивно чувствую, что не будет никаких проблем. И он мне говорил: ты эту интуицию свою вспомнишь, когда будешь сидеть в Зиндане, тебе будут воду на веревке спускать. Но нет, на самом деле, опять же, это стереотипы. Те же пакистанцы, я попала на этот фестиваль, я доехала до него на границе с Афганистаном, эти калаши живут в деревнях. Это невероятно красиво, потому что они до сих пор сохранили одежды, в которых они ходили века назад, они по-прежнему и шьют, это очень яркие наряды. И у меня есть уникальные фотографии. Мы приехали за день до фестиваля, и женщины в основном готовились. И в один из домов, очень гостеприимные, нас не пускали. Такой новый сруб, но были открыты двери, и сверху... Вот вся эта Азия, центральная, средняя, они очень много получили традиции, пришедших в мусульманство из предыдущих религий, из зороастризма. И там отверстия в жилых помещениях служили не только для того, чтобы дым выходил, но и они были обработаны таким образом, что квадрат в квадрате размещались символы: воздух, земля. И вот это все остается до сих пор, и в мусульманстве остается. У памирцев традиционные дома, они до сих пор созданы по лекалам, пришедшим от зороастрийцев.
Я не знаю, наверное, я очень много говорю. Нет, это сложно. Так увлекательно. Я прям заслушался, правда. И очень хочется прочитать ваши книжки. Я дарю. Пришлю, надо просто договориться, где. Там это я все описываю. Да, это очень интересно. Я так понимаю, что, конечно, мегаполис вам не интересен совсем. Вообще нет. Я даже их фотографировать не умею. Где все примерно стерты, унифицированы. Да, и я не умею это снимать. И вот я к чему это все говорю. Это очень важно. И вот там отверстие это волшебное в потолке. И девочки две в традиционных нарядах стояли прямо в луче, в потоке этого света, который падал сверху. Перед ними горел огонь. У них в руках были большие лепешки хлеба. И мужчина, стоящий перед ними, веточкой священного дерева, он ее обжигал в костре, потому что это все священный огонь. Водой они поливали воду на руки этим девочкам, угу. И потом они брали чистыми руками этот хлеб и его освещали. Потому что на следующий день, во время фестиваля, где весь этот фестиваль, это танцы. Танцы такие, которые они входят под конец уже вечера в транс, потому что только барабаны в ритме, они кружатся пары. И девочка дарит этот хлеб своему избраннику. Она избирает. И если он хлеб принимает, то это такое знакомство состоится, сватов засылается. А если он отвергает, то все, она отвергнута. Типа помолвки, да? Ну вот, как бы момент не родители сосватали, да, а вот девочка выбрала мальчика. И я случайно оказалась свидетелем вот этого обряда, и нас и не пускали туда, потому что это, видимо, святилище какое-то было такое. И жрец освещал этот хлеб. И у меня так... У меня хорошая камера, и так падал свет, что я это все сняла. Вот я считаю, что это одни из моих самых лучших фотографий. Но потом наступил ковид. Я стала сходить с ума, потому что я не могу. Я не знаю, был ли до меня такой тег. У меня сейчас тег... Господи... Забыла, как называется. Бывает. Я книжки написала из-за плохой памяти, потому что я ничего не могла запомнить, я начала записывать. Как выясняется, память у вас очень хорошая. Я иногда ошибаюсь, меня иногда уличают потом в чем-то, в нюансах, которые я могу перепутать. Ладно. Так не можете вспомнить, ничего страшного. Да, ничего страшного. Я стала томиться от того, что мне... мы просидели полгода дома, я стала сходить с ума. А дороги закрыты, ведь не только за границу и по России никуда не долететь. Вот я только куда-нибудь попытаюсь маршрут, отменяют рейс. Я хотела на Чукотку, отменяют рейс. И вдруг мне говорят, Петропавловск-Камчатский открылся, оттуда летают маленькие самолетики до Командорских островов. И тут вообще я очень плохо знаю географию. Я географию узнаю, когда прилетаю и уже... На месте. То есть мой мозг создан так, что по книжкам он плохо информацию воспринимает, мне надо все потрогать. И я узнаю к своему стыду, что Командорские острова — это российская территория. И я туда лечу. И я влюбляюсь в наш северо-восток и понимаю... И до этих пор я принимала только теплые территории. Вот мне нужно было море, тепло и солнце. И я поняла, что я фанатик наших этих... территории, а еще там оказался потрясающий музей. На острове. Я долетела до острова Беринга. Ой, там эти животные, эти киты, эти котики. Я наснимала их огромное количество. Песцы, например, оказалось, что голубой песец, являясь самым крупным хищником на острове Беринга, он так эволюционировал, что, не имея опасности в лице более крупных хищников, он перестал менять шкурку. И он круглогодично коричневый. А почему голубой называется? А потому что это тип, как это называется, разновидность песца, который он должен быть голубым зимой. А он не меняет шкурку, потому что ему не надо ни от кого спасаться. И вот это музее я узнала... как был открыт Берингов пролив, что Петр I отправил Беринга искать пролив, потому что Ломоносов на карте вычислил математически, что должен быть пролив между Америкой и Евразией. И Беринг его прошел, но был такой туман, что он его не видел. И потом они там на островах потерпели крушение, долго
Ну, это уже отдельная история, но я захотела этот Берингов пролив увидеть. И на следующий год я отправилась, дошла на кораблике до этого пролива. Мне повезло больше, чем Берингу. Я проснулась... Не доплыла, обрати внимание, как профессионал, профессионал у нас, Нина. Да. И я проснулась с первыми лучами солнца, вышла на палубу и увидела с одной стороны мыс Дежнёва, а с другой стороны Аляску. Все было видно. Я даже там до коленочка зашла в эти воды Северного Ледовитого океана. Увидела. Повезло необыкновенно. Вот наш капитан сказал, что даже 10% от того, что увидели, вот наш круиз, то, что мы увидели, достаточно обычно, чтобы люди были в восторге. Вот мы увидели все, что можно было получить от Чукотки, от... Арктики уже мы прошли от полярного, мы прошли полярный круг. Пришли льды оттуда сверху. Обычно, может быть, потому что до этого во время ковида наша планета подостыла немножко, потому что нигде ничего не работало. Но в августе пришли льды, и мы могли бегать по этим льдам, по льдинам, фотографироваться, огромное количество медведей. И даже повезло увидеть, как охотники на китов, китобои, притащили кита, потому что... Это наши? Да, малым народам разрешено, есть квоты на добычу китов, потому что там, где нет солнца, где полярная ночь, вот только китовый жир содержит витамин D и витамин С, и... Ну, просто чтобы... Понятно. Да. Чтобы выжить просто. Да, и вот мы видели полностью, как этого кита вытаскивают, как его разделывают. Это все очень интересно. Вот. И я влюбилась в путешествия по России. И сейчас мечтаю сделать такую книжку по России. Езжу только что вот из Якутии вернулась, немножечко была на Ленских столбах. Ну, в общем, я такой... Вы профессиональная путешественница. Да. И вы рассказываете об этом так увлекательно, что... Вот, прям... Что касается фотографий. Многие увлекаются фотографией сейчас, в путешествиях и так далее. Но когда вы это печатаете, и это вот имеет уже готовый вид, тут, наверное, сразу какие-то сомнения вообще... Нормально я фотографирую это или нет? Потому что, мне кажется, у всех такие могут возникнуть. Нет. Прекрасно. У меня это очень интересно, потому что в музыке я себя истощаю к себе претензиями. В пении, в записи, в студии для меня мучительный вот этот момент принятия себя. А фотографии нет. Вот я сразу вижу... Фотография годится, или я безжалостно я удаляю. Но еще я, знаете, как не снимаю? Меня часто фотографы взрослые мне говорят, ой, вы сейчас не бережете пленку на автомате. А вы до сих пор на пленочной? Нет, но я не снимаю сериями. Мне неинтересно, я жду кадр. Я знаю скорость затвора моего фотоаппарата. И я жду кадр. Вот мне интересно, я могу без конца ждать, когда... Женщина посмотрит на меня и поймать тот взгляд, который я хочу. Я очень люблю портреты. И я сейчас придумала такую серию. Я когда вижу лицо, которое я хочу снять, я теряю время. Я просто, я могу... Вот пока я не сфотографирую, я не уйду. А сначала... Есть такие, которые сразу открываются. Вот Гвинея-Бисау, они расцветали сразу. Как ни странно, в Афганистане они все время просили снять, в Иране все время кричали «фото, фото, селфи, селфи» с удовольствием. Но если человек не хочет, а я хочу. Ну, конечно, вот в Боливии они могут кинуть камень, они жесткие. Там я сразу понимаю, что ну я могу, я показываю камеру, все. Нет, нет. Но когда я понимаю, что человек просто устал, что зануда такая пристала, то я могу, особенно если это торговцы, женщины, торговки, я могу прийти, сесть рядом просто на землю и начать улыбаться. Вот я буду улыбаться, потом я обычно, на мне какие-то куча безделушек. А петь не пытались им? Нет. Ну вот я, они очень считывают, все эти люди очень интуитивные, они считывают... Вот это вот твое отношение. И очень важный момент. Я понимаю, что если мне удается красивый кадр, я сразу показываю. И все. У них они боятся быть некрасивыми. Они не понимают, зачем их снимают. И я говорю, что ты очень красивая. Я сразу там местный язык какой-то
пытаюсь найти. И я показываю, и когда они видят, и когда подруги видят, как это выглядит, они все начинают просить. Я сейчас придумала такую серию, она называется «Потепление», хэштег. От жесткого лица, который не хочет сниматься, до улыбки. Вот как эта градация, как человек... Одного человека, да? Да, да. Как человек приходит к улыбке. Это меня завораживает. Я это обожаю. Я без этого не могу жить. Ну, мы ждем приглашение на персональную фотовыставку. Ну, у меня какие-то они были, но все неудачно. Это все... Я много уже было разных выставок, но уже сейчас что-то надо сделать действительно стоящее. Я не умею... Вот я могу петь, я могу фотографировать, неплохо писать, но я не умею это вот... уже это особый талант, там, я не знаю, продавать, представлять. Mm-hmm. Это уже нужен кто-то, кто бы этим занимался. Павел Николаевич не может помочь в этом смысле? Первое, что он сказал, делая мне предложение, когда он мне сделал предложение, первое, что он сказал, ты должна иметь в виду, да простит меня семья Валерия Иосифа, он мне сказал, я Пригожиным для тебя не буду, я не буду тобой заниматься, я не буду тебя протежировать, этого не будет никогда. И, в принципе, он придерживается... Можно все-таки я вас спрошу? Да. У Павла Николаевича это четвертый брак уже. Да. А у вас первый. А у меня первый, да. Первый. Как так получилось? Такая красивая женщина, талантливая, ну просто, не знаю. Я поняла недавно это. Почему? Это так удивительно. Ну, были, конечно, люди, которые... Мужчины, которые делали мне предложение, но у меня никогда не возникало даже как бы сомнений, выходить или нет. Это были не мои мужчины. А мужчины, которые были мне дороги, они не знали, что со мной делать. Вот я это поняла совсем недавно. А что значит с вами делать? Ну, куда наслаждаться, нет, получать удовольствие. Нет, но это же ведь жизнь совместная. Это же не только наслаждение, да? Это какой-то быт, это... У вас сложный характер? Нет, я не поверю в это. Нет, у меня легкий характер. Ну, Павел Николаевич все время смеется и говорит, что я... Ну, когда я что-нибудь могу сказать, не в попад или что-то я в своих... Он же разводит руками и говорит, ну, это же Нина. То есть, и вот моя педагог по вокалу, она меня знает много лет, с 91-го года. Она уже просто как моя мама. Она мне говорит... Ну, уже ты ходишь по облакам и ходи по своим облакам, уже не спускайся. Это я сейчас не кокетничаю. Вот, ну, я живу в каком-то своем мире. И только сильный мужчина может это принять, наверное, или очень слабый. Слабые мне никогда не нравились. Давайте вернемся к музыке. Давайте. Ну, я не мог не спросить. Раз в год у вас, мне кажется, бывает в клубе Петрович программа, где... Четыре раза в год. Ну, даже уже как-то Петрович я забыла. И странно, да? У меня есть... Я раз в сезон делала в Петровиче концерты. Так вот, это концерт блатных песен. Oh. Ну, таких. Кстати, Петрович очень хорошо подходит, мне кажется. А специально? Я специально там... Мы, надо сказать, с Владимиром не очень жалуем шансон. Вот. Нам считается, он жанр. Ты знаешь, я, поработав с Татьяной Гостинчиковой на радио «Шансон», в эту музыку влюбился. Тем более «Шансон» она сейчас... разная. Да, тем более «Шансон» сейчас у очень меня сейчас только что была программа там на радио «Шансон» у Ксении Стриж. И они, да, они допускают. Я даже пожалела, что я не взяла больше такой лирики своей, личной. Я постаралась под формат. А надо было и романсы какие-то спеть прям в прямом эфире. Называется... «Живая струна». Uh-huh, это так здорово, uh-huh. Когда живые музыканты. Страшно, конечно, потому что это сразу идет в эфир. И, ничего нельзя вырезать, да? Вырезать нельзя. И снимают видео они, чтобы потом выложить. И идет сразу слова. И начинаешь сосредотачивать. Потом публики нет, чтобы там улететь. И получается или красивый радиоэфир, или красивое видео. Я решила, что я видео пожертвую. Там я где-то много там с закрытыми глазами каких-то фрагментов. Но дорожка получилась, звуковая дорожка получилась хорошая. Так по поводу шансона. 22 апреля приходите. Зачем вы это делаете? Мне нравится. Все-таки будет концерт 22 апреля. Да. Ваш день рождения. Да, мой день рождения. Москонцерт-холл. Программа тоже все равно. Я никуда не могу деться от кроссовера. Если я раньше романс с джазом скрещивала, то теперь я скрещиваю джаз с шансоном. Mm-hmm. И очень получилось с таким... Назвали его
этот концерт «Кафе Шантан Нины Шацкой». Ну, такой шансон очень приличный. Ну, а что это за песня примерно? Вот, как, можете назвать несколько? «Ты едешь пьяная и очень бледная, по темным». Ну как, а что? Петр Лещенко, «Институтка» Вертинского. Потом я нашла песню, бесконечно жалею, что не познакомилась с ней во время «Трех аккордов», когда я пела. Это сейчас мой хит. Аркадий Северный, «Там в углу за занавеской». Ну, это вообще, это просто театр. Чистый шансон, да, вот там. Вот, и у меня там целое такое а-ля театральное представление с переодеваниями, с какими-то, ну, такое театрализованное. Скажите, пожалуйста, а вот современные какие-то авторы есть, которые, вот, не знаю, там, достойны вашего внимания, скажем? Ну, вот Дима Селипанов, он мне написал. Дима, я была, наверное, я была первой заказчицей на песни. Он музыку к кино писал, ему было 25 лет, когда мы познакомились. Это было 10 лет назад, уже 11. И его порекомендовал, господи, Артемьев. Когда, да, да, когда я искала композитора для, вот, для нашего с Олей Кабо проекта «Цветаев». Подождите, он, ему было 25 лет, он уже писал такие песни? Он писал, вот, сейчас скажу. Он писал очень хорошую музыку. И Артемьеву он очень нравился. Я не знала, там, сколько ему лет. Я пошла, у нас был бюджет, что бывает крайне редко. У нас была дата спектакля Цветаевского в Доме музыки. Был бюджет, и не было спектакля. Но я понимала, что если мы не найдем музыку свежую, да, новую, то надо будет просто поискать и подготовить из Петрова, из Таривердиева. Ну, что-то мы бы насобирали, другое дело, что-то было бы вторично. А бюджет был. Вот так сложились обстоятельства. И мы, конечно, с Олей сначала пошли к Артемьеву. Он сказал, что он очень занят, что у него нет времени. Пошли еще к кому-то все. А было у нас где-то порядка года. Но это маленький срок для того, чтобы написать. Угу. Там 14-15 песен. И их надо было и записать, и такой музыкальный спектакль аранжировать. Никто не находился вообще. Это было мучительно. И тут я обратилась к своим друзьям, ко всем. Сказала, что я еще, может быть, есть молодые. И прислали очень хорошего композитора, который сейчас тоже молодой, один из лучших. Собирает все премии. Но мы не сошлись. Не потому, что он плохой, вот не моя музыка. И тут звонит мой друг и говорит: «Нина, есть парень. Ну, он просит, а у меня уже был список стихотворений, которые я хотела использовать для этого проекта. Ну, вот он говорит, что можно он сам найдет стихотворение». Я говорю: «Ну, пускай». Я получаю на синтезаторе, ну, очень качественно, аранжировщик прекрасный, уже аранжированную тему, от которой у меня бегут мурашки. И он сам не поет, и я читаю текст. И понимаю, что я нашла своего композитора, что это чудо. И дальше мы встречаемся, открывается дверь, на пороге стоит худенький, маленький, такой щупленький мальчик с огромными карими глазами. И встретились мы с ним в конце июня, а в конце августа он написал 15 песен фантастических. Причем мы договорились, что времени мало, и мы не переделываем. Вот если песня совсем не текст моя... Текст тоже его? Цветаевский. А, Цветаевский. Угу. Что песня совсем не моя, то мы не берем. Он в день по две, по три темы мне присылал. И когда мы пришли на запись на Мосфильм, и Сергей Иванович Скрипка услышал эту музыку, и когда мы закончили, он сказал: ради такой музыки имеет смысл ей заниматься. Сергей Иванович у нас тоже был в гостях, кстати. Но чтобы от него дождаться такой похвалы, Артемьев считал этот проект одним из лучших в современной, ну вот в такой музыке, не поп-музыке, а ну, музыке... Скорее в академической музыке, наверное. Ну она где-то, она даже не... Ну камерная музыка, наверное. И тогда мне только Дима сказал, что... Это были его первые песни и первая музыка, написанная на симфонический оркестр. И сразу, потом он стал работать с Термейтс аранжировать. Антон Беляев. Да, он стал за пульт, за дирижерский в концертах. Он стал аранжировать на симфоническую часть Антона музыку. И практически все, что было на канале «Пятница», музыкальное, это его аранжировки или его темы. И у него свои диски инструментальные, потрясающие.
Вот я считаю, что это счастье, что мне повезло с таким человеком встретиться. Сейчас он очень занят, у него постоянно море киномузыки. Уже то есть ему не до вас. Да. Но он еще фантастический пианист. Мы с ним объехали пол России. Он консерваторию заканчивал как композитор, сначала как барабанщик, пианист, mm-hmm. и потом аспирантуру как композитор. То есть вам по большому счету нужен только там какой-то аккомпаниатор, рояль и все? Ну я могу так. Я сейчас нашла еще фантастического. Я работаю только, спасибо Господи, с лучшими музыкантами, которые очень свободны, которые умеют импровизировать. Вот сейчас у меня гитарист фантастический, он живет в Краснодаре, Артур Мартянс, приезжает на наш концерт из Краснодара, он бог гитары у него. И тут мы скрещиваем романс и такой фламенко-стиль, и огромные сольные концерты. В принципе, я люблю петь с симфоническими оркестрами, с народными оркестрами. Вот у меня сейчас уже начинается тур, я поотдыхала, и сейчас начинаю опять по стране ездить с оркестрами, с местными, ну, в основном народные и симфонические. Какие-то города? Сейчас будет Пермь. Впервые буду петь в Перми с оркестром духовым. 12-й, по-моему, если не ошибаюсь. 29-й — это Ульяновск. Это апрель, да? Да. И дальше там. Вообще, по вашим соцсетям можно, по-моему, географию изучать. Такое ощущение, что у вас либо аэропорт, либо концертный зал присутствует в жизни. Да, мужа жалко. Редко видитесь, да? Ну, к сожалению, да. Из-за этого меньше получается путешествовать, потому что, ну, совесть надо иметь. Я хотел спросить вообще, вот, поскольку мы с вами вот встречались на премии «Виктория» в этом году, сказали, что не пошли, а в целом вот следить за тем, что происходит вообще в мире шоу-бизнеса? Плохо слежу, я понимаю, что плохо. Что-то новое, вот какая-то новая. Что-то, может, впечатлило в последнее время из этой оперы. Можете кого-то отметить? Что вот... Есть, так, ну это опять память. Я подписалась, так мне певица понравилась, господи, ну что же сказать. Ну ничего страшного. Я просто, как тот Тетерев, когда о чем-то говорю, очень сложно вспоминаю какие-то побочные сейчас вещи, вот с терминами и с фамилиями очень плохо у меня. Вот, мы такая, танцуй, не помню, ладно. Ева. Больно? Нет, современная, такая классная певица. Но... Ну ладно, что-то... Да, хотела бы больше, понимаю, что много музыки современной интересной, понимаю, но не знаю, потому что надо, чтобы кто-то доносил, не понимаю, где брать. Очень люблю Брэндона Стоуна, но он тоже уже мастер, уже, он уже мэтр, считай. Понимаю, что хочется кого-то помоложе тоже послушать и, может быть, какие-то коллаборации сделать. Я готова. Ну, у вас же, по-моему, выходили какие-то песни, которые сделаны как в таком, ну, как поп-музыка, по таким стандартам. Да, ну, да. Вот вы там уютно себя в этой реке чувствуете? Или есть какие-то все-таки опасения? Ну, мне кажется, что я... Вот мы записывали очень красивую песню Кати Семеновой. Я ее услышала, и прямо она меня очаровала. Я где-то год... Меня эта песня, Катя мне ее сразу разрешила петь, но я где-то год не решалась за нее. Не то, что не решалась, мне не получалось. У меня все разваливалось, потому что все-таки в современной музыке ритмическая основа важнее. А для меня вот это ad libitum, очень часто люди, которые не понимают музыкальной терминологии, не занимались музыкой, они обвиняют меня там в соцсетях, что ой, она в первую долю не попадает. То есть вот петь не умеет, даже вот... Ну, потому что я люблю свинг, я люблю в рамках вот этой гармонической сетки забежать вперед, отстать. Мне нравится вот такое плавание. Мне вообще плавать нравится, и в музыке тоже. Вот. А все-таки... Эстрада любая, и современная, тем более, это очень жесткий ритм. Жесткий ритм, и даже мне программные редакторы крупного очень холдинга сказали, что ты понимаешь, ты поешь, а сейчас надо больше говорить, чем петь. Надо быть ближе условно к рэпу, чем к вокалу. Ну, это я даже не понимаю... Вот как? Вот тут у меня сложно. Один уточняющий вопрос. Не знаю, вряд ли Википедия, но при рождении вам дали Нинель. Нинель, да? Жалею я, что от этого имени отказалась. Почему?
Почему жалели, почему отказалась? Ну, почему отказались, да почему жалели? Ну, потому что я начинала карьеру как Нинель Шацкая. И все, кто... Вот Кобзон, он меня так и звал, Нинель, до последних лет. Никто не понимал, почему Нина. Но Нина — это было мое домашнее имя. Меня в первое время, когда Ниной на сцене называли, я вздрагивала. Потому что это вот, ну, как в халате. Это только родственники и близкие. Но у меня был проект в середине 90-х, в конце... который как, продюсировал Максим Дунаевский. И мы записывали музыку абсолютную попсу вообще, из которой ничего не получилось. Это был ад просто. Это я умирала в студии от нелюбви к себе, от презрения к себе, что не могу спеть какую-то эту ерунду. А бюджет давали, в принципе, на романсы. Вот люди, которые дали деньги, они хотели романс вот в том виде, в котором я сейчас его пою. Mm-hmm. Но они хотели, чтобы были написаны тогда ведущими композиторами эти современные какие-то баллады. Ну, Максим попытался им объяснить, что это не пойдет, этот продукт, что с ним не раскрутится. И мы уехали в Америку, к Чернавскому в студию, был записан альбом, ну, такой, в общем, ни о чем. Тогда только появилась группа «Блестящие», и я думаю, что вот этот материал они бы сделали, что каждая песня стала бы хитом. Но учитывая, что это не моя тема, вот это все прошло мимо, сняли там два клипа, и в одном из клипов пианист сидит и пишет на нотах «Нина, Нина». Ну, как бы он на нотах пишет. И Дунаевский сказал: «Слушайте, Нина, ну зачем вам это Нинель? Вы в России не раскрутитесь с этим именем. Пусть будет Нина». Я согласилась. А в каком году было? 96-й. И я согласилась. И жалеете? Ужасно. Ну, потому что есть Нина Шацкая, была вдова Филатова, и нас очень долго путали, до сих пор. И это очень неправильно, что я согласилась на Нину. Может быть, карьера бы по-другому сложилась, не знаю. Но вот не надо было. Спасибо вам большое. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Спасибо. Да, с вами очень увлекательно беседовать. Я люблю поговорить. Да, да. И я прям хочу получить от вас эти книжки. Обязательно. Мы договоримся, куда их передать. Да, ну через Илью, наверное, можно всегда будет, да. И, конечно, мы хотели бы, конечно, концерт... 22 апреля приходите. Я буду очень рада, если вы придете. Я такая программа красивая, легкая. У вас прекрасный голос. Я прям с удовольствием слушаю ваши песни. Спасибо большое, дорогие друзья. У нас была в гостях Нина Шацкая, я Владимир Полупанов. Я Илья Легостаев. Мы прощаемся с вами. Надеемся на новые встречи.